Здравствуй, гимназия! Каждый день я сюда прихожу. Учимся здесь и познаем мир. Ты нас вдохновляешь, ты новый свет нам открываешь. Как дом родной. Они нас любят, как собственных детей. Здесь очень хорошие учителя. Они так хорошо рассказывают, что мы так стремимся к знаниям. Родная, красивая, ты только одна такая. Гимназия! Мы 47-й. Какая бездорная зима, отсюда мы взлетаем. Гимназия любимая, моя 47-я, ты как большой воздушный шар взлетаешь, как большой огромный аэростат. Больше всего нравится то, что перемены длинные, и мне нравятся уроки русский, литература и зоофизкультура. Здесь всякие дополнительные уроки, которые в других школах нет. Все, что мы здесь делаем, делаем ради наших детей, ради конкретных детей, ради всех детей, которые мы здесь учим. Азия любимая, моя 47-я, красивая, хорошая, знания обучаешь. Азия любимая, моя 47-я, ты хорошая, красивая, умы нам посвящает. Ты в нашем городе, ты лучшая гимназия. Я точно знаю, что все будет хорошо, все будет здорово и все получится, потому что действительно 47 – это магическое число. Гимназия любимая, моя 47-я, с тобою мы... Ты наша вот любимая, с тобою мы взлетаем. Гимназия любимая, моя 47-я, в твоих стенах мы чувствуем себя уютно. Классные уроки и хорошие учителя. Я желаю гимназии 47 лучших учеников. Желаю просвещения, чтобы она становилась лучшей в России и в других странах тоже. Чтобы были самые лучшие ученики. В гимназии все очень-очень нравится. Гимназия, я тебя очень люблю, и ты очень-очень умная. Моя гимназия самая любимая на свете гимназия. Моя гимназия самая лучшая на свете. Я люблю учиться. Гимназия любимая моя 47-я. Любимая, да. Душевная, родная. От души мы тебя поздравляем.